Сейчас вооруженные силы страны достаточно укомплектованы для тех задач, которые они выполняют. Однако в военкоматы активно приходят добровольцы, люди, которые готовы защищать интересы России. Этих людей мы направляем в районные военные комиссариаты, где их записывают, объясняют, предлагают службу или по контракту в установленном порядке, или в боевом армейском резерве страны, или просто берут на учет как патриотов своей страны. Мы очень им за это благодарны. В боевой армейский резерв уже вступили 300 курян, еще 2000 готовятся подписать контракт. Это люди, которые регулярно занимаются военной подготовкой и даже получают за это зарплату. При этом имеют основную работу, но при необходимости могут быть привлечены вооруженными силами России.